Всем привет, с вами Шерми, и я не ожидал, что буду снимать еще один ролик, но он не будет прям про пир залой, а скорее всего про маленькие детали. Итак, мы имеем информацию, что пир залой официально будет 15 ноября, про то, что там выйдет, я говорил в прошлом ролике. Хотел упомянуть, что разработчики могут сделать эпического коробаса на огненное убежище совсем скоро. И вы можете радумать, что это бред сумасшедшего, но нет, ведь эпическая колючка все же еще может выйти. И боже, почему в концептах она такая страшная, и я о ней хочу сказать только одно. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? И разработчики все эти месяцы грамотно и аккуратно будут добавлять эпических огненного убежища, и ближе к истолковедованию выйдет эпик коробос на огненное убежище, и как я думаю, что потом будут еще эпик монстры на оазис, и выйдет к следующему перу золому эпик коробос на оазисе. Ну а сейчас важная инфа. Ее я получил от очень классного канала, а именно апартаменты МЗМ, подписывайтесь. Одна, которую я узнал, короче, разрабы слили звук нового монстра на эфирную мастерскую, вот этот фрагмент. Вы ничего плюс не услышали, но все те же MSM апартаменты поискали и с одним сайтом выявили точный его звук, если не хотите спойлерить, можете перемотать. Как я понимаю, новый монстр будет один. И вот такие вот пироги получились у нас. Спасибо за просмотр, и всем пока.